с запчастями порядка 40-43 тысяч. Да. Ну да, да, примерно так. Еще раз не расслышал. Ну, в идеале, конечно, если финансы позволяют, если вы любите автомобиль, если вы не собираетесь его менять, то, конечно же, лучше ставить универсальные катализаторы. Это еще нужно учитывать, что в ближайшее время у нас правительство собирается принять закон, точнее, его уже приняли, вот, на его собираются начать соблюдать. Это получение диагностических карт с обязательным посещением тех станций специализированных. Вот, у нас же сейчас диагностические карты каким образом получаются, там приехал, да, можно даже без приезда взять и получить ее. Вот, собираются это ужесточить, а при удалении катализатора и установке пламя-гасителей выбросы в атмосферу, ну, вредных веществ получается гораздо больше, и транспортное средство просто не пройдет техосмотр. Диагностическую карту не выдадут, пока не будут устранены все проблемы. По времени на ваш автомобиль, я думаю, это будет порядка 4-5 часов. Да. Да нет, более-менее есть свободное время. Да, это тоже одна из причин, и посмотреть, конечно, тоже сможем. Еще разочек, пожалуйста. Сегодня? Так, ну, смотрите, мы вот сейчас по трассе едем 200 километров, но приедем где-то ближе к обеду, наверное. Мы сможем сегодня с вами встретиться, проконсультировать, но за работу сегодня навряд ли мы сможем взяться. Да. Да, если что, набирайте заранее, пожалуйста, без звонка не приезжайте, нас может не быть на месте. Угу. Все, да, до связи. Камри 3.5. На форумах по поводу увеличенного расхода масла. Вот. Возможно, сегодня во второй половине дня приедет просто на консультацию. Вот. И то, я ему сказал заранее позвонить. Но у него уже, я почему такие цифры называл, он уже выбили. Вроде как, а? Выбили уже. Не выбили. Кто-то ему сказал, что они уже посыпались. Поэтому, возможно, там ничего нету. Если что, ну, на месте может быть. Значит, я еду, нет. Давай, сейчас заедем куда-нибудь.
увеличенного расхода масла. У них там ситуация какая? Когда меняется подход в высоте, да? Ну, после удаления каталика. То меняется давление в картере, в блоке. Это именно циркуляция картерных газов. И после этого он начинает закидывать масло в выпускной коллектор. И сколько примерно, ну, вот, на 10 тысяч будет поджирать? Ну, думаю, это правильно. А? Там будет литр, наверное, и будет ждать это. Литр? Угу. Эту проблему можно решить, что не жало. Универсальными катализаторами? Нет, трубку на этот, клапан картерных газов длинную сделать, чтобы был, грубо говоря, как конденсатор масла. Uh-huh. Это масло будет обратно стекать в пробел и все. Связь еще, блин, такая. 5 раз с ним созванивались, сбрасывались, созванивались. Uh-huh. Задолбался. Нам осталось каких-то 200 км.
есть это устройство по высасыванию катализаторов.
универсальных катализаторов за 10 тысяч, новые катализаторы от Жигули за 3 тысячи. Да? Можно позвонить этому и сказать, что мы нашли вариант. Но подойдет ли он в камрюху? Это Prius, а там камрюха. Есть несколько вариантов. Есть от дешевого до самого дорогого могу пройтись. Ну, смотрите, есть вариант просто. Все это дело выбивается, завариваются лючки, не снимая никаких труб, ничего, просто завариваются лючки, ставятся обманки, и она едет. Ну, звук неприятный. Есть треск под капотом, его слышно, особенно когда под нагрузку даете, ну, газ нажимаете, слышно этот треск. Вот. Это самый дешевый вариант. Катализатора, скорее всего, там у вас уже под капотом нету, ну, в коллекторных, в самих бочках. Есть только в третьем, внизу, который на днище. Вот. И, скорее всего, вся труха, которая снизу попала, с внутренних коллекторных, она часть осела в третьим и забило там все. Вот. Второй вариант. Это обычные пламя-гасители. Дешевый вариант. Почему? Потому что есть дешевая варка пламя-гасителей, как все делают сейчас. И есть более дорогая. То есть более дешевая какая. Вырезаются боковые лючки, вставляется внутрь пламя-гаситель. С одной стороны боковой обваливается, закрываются лючки, ставится на место. Более дорогой вариант. Бочка сама, коллектор, разрезается на три части, середина вытаскивается, в нее вставляется пламя-гаситель, с двух сторон и сверху и снизу обваривается, собирается все на место, собирается, этот более дорогой вариант. Это все на обманках. Плюс можно прошивку сделать. Ну, я имею в виду, чтобы не горел чек. То есть некоторые предпочитают ставить обманки, кто-то предпочитает делать прошивку. Вариант установки катализаторов. Ну, смотрите, дело в том, что сами универсальные катализаторы, то есть ценник у них начинается где-то от 10. Ну, на вашу машину это будет за каждую бочку где-то от 10 до 12 тысяч рублей. Это все зависит по наличию. Просто сегодня, допустим, есть на одном складе, а завтра нет. То есть у одних чуть цены прыгают примерно где-то на трешку. Работам с пламя-гасителями стоит будет 12 тысяч рублей, если менять на катализаторы, вот, то это будет где-то в районе 15 тысяч рублей. Все зависит от того, еще откроются болты, там шпильки, если не поломается ничего. Да, только работает. Я говорю, от 10 до 12. А пламя-гаситель, если взять хороший, как он, ну, средний, вот мы сейчас ставим CBD. Раньше были Engine Race хорошие, сейчас они, ну, чуть-чуть испортились. Сейчас CBD ставим. Он, каждый пламя-гаситель стоит в районе, там, 1400, ну, сейчас где-то 1400, там, 60 с копейками, там, ну, полторашка образно. Но цену 12, я вам сказал, уже с учетом стоимости и обманки, точнее, там две обманки, двух обманок и двух пламя-гасителей. Да, это все вместе.
Это именно если хорошо делать, если обваливать со всех сторон, чтобы там через полгода не за... два пламя-гасителя, три обманки. Три обманки именно не обычные пустычки, а с... Две ошибки, две обманки стоят, да. Так. Но катализатора там три. Просто третий катализатор, который внизу, вот, там чуть-чуть иначе делается, там не нужно ставить пламя-гаситель, вот, там другая еще система. Но если с гофрой проблемы, то это будет дополнительно 800 рублей. У меня не бесплатно, а 800 рублей стоимость гофры самой. Там 23-я гофра стоит обычно. Она начнет точно масло кушать. Вся ситуация в картерных газах. Просто подпор меняется в глушителе, меняется полностью весь цикл газов, которые в двигателе. Из картерных газов она начинает забирать больше масла через впускной коллектор. Но там сложная система, то есть там сложно объяснить, почему так. И Infinity тоже, вот FX, сразу начинают жрать масло после удаления коллектора. Литр где-то в среднем, если она до этого не жрала масло, то примерно где-то там 800 грамм литр где-то на 10 тысяч. Да. Ну, он будет увеличиваться-то в любом случае по мере износа мотора. Там маслосъемных колец, так, сальников, клапанов и так далее. Но суть в том, что дальше увеличиваться он не будет по причине того, что катализатор удален. Он в одном режиме всегда будет работать. Ну, вообще такой проблемой в основном страдает 2.4 мотор. У него стоит спереди катализатор, и он расположен близко к впуску. Вот. И на переходных моментах, когда одни клапана еще не закрыты, а другие уже открываются, в этот момент он передувает вихревыми газами, задувает его обратно в камеру сгорания. Вот. На 3.5 чуть по-другому там устроено. Я думаю, вряд ли там есть задевы, потому что, ну, не видел я, что 3.5 еще попадало. Они также рассыпаются, но не, если честно, не видел, чтобы затягивало. А, извините, перебью вас. Еще есть один вариант. Я вам его не сказал. Берется каким образом? То же самое, что и с универсальными этими катализаторами. Только едешь в магазин «Жигули», покупаешь два катализатора от автомобиля 2107. Вот. Вынимаются керамика из него. Вот. Стоит он 3000 рублей. Разрезается, вытаскивается и переставляется в родную вашу тойотовскую банку. Работает так же самое все. Да, он такой, там такая же керамика, такого же размера причем. На Prius и на Camry подходит. Да. Даже, по-моему, где-то в Ютубе ролик есть, там... Я ни разу не делал, но знакомые делали. Вроде как катается нормально. Да, еще не делали. Но он лучше тем, то что он лучше, он, как тебе сказать, он больше, он качественнее сделан, он дольше служит, он там лучше очищает и так далее. Но по диаметрам именно, это да. тысяч рублей под ключ. Да. Да. Это где-то в районе 3-3,5 часов. Борисовские пруды, дом 1, строение 72.
Да, но только там учесть нужно то, что там территория завода, там большая, большая территория. Вот, там несколько у нас контор, кто выходом занимается. Вам нужно именно КПП номер 4. Так, сегодня у нас где-то на 3, где-то в районе 4 будет свободно. Гасителями масло будет жить, я точно знаю. Да, ну там меняется просто подпор в самой выпускной системе, и ну, с завода регулировки там все сбиваются, естественно. Через картерные газы, да, через картерные газы он начинает через клапан забирать его. Там по пробегу просто, да, по пробегу большой, там начинает. Ну, проедет, то проедет, но масло будет, расход будет масла. Ну, как сказать, заметно. Когда вот, ну, там, или в кикдаун, либо там, ну, вот, едешь за такой машиной сзади, да? А когда особенно быстро едет, то, ну, конечно, видно. Ладно, набирайте, да, хорошо, если что, набирайте. А что-то ничего не попадается. Что, жрать нет, ничего? Как нет? Там рыба есть, картошка есть. Да, ничего не хочу. Не, не буду. Да ладно, а рыба не спутилась? Да не того, что она была. Я долго спутился. Да, нет.
катализаторы. Тема? Куда? Они везде встают. Они везде встают. Да? Так есть не только «Жигули» же. Есть еще «УАЗы», «Патриоты». Это вагон большой. Ну и стоит по-другому, наверное. Сколько? 5 стоит. Самый проект. Самый сраный универсальный стоит. Мне тут 10. А ты предлагаешь их продавать как эти? На 10? Это супер идея, дядь. Только не особо-то хотят устанавливать универсальные. Hyundai, Kia, Toyota.
Subaru. Honda. Mazda. Короче, можно не перечислять, просто сказать, что устанавливаем универсальный Лукойл. Универсальные катализаторы. Получается, сможем это сделать дешевле всех. Почему? Потому что все ставят универсальные. Только универсальные катали стоят от десятки. А у нас все трешки себе ставят. А, он не работает, что ли? Или работает? Работает. Согласен? Наверное. Мы можем ценой убить просто. Но нету желающих ставить универсальные. Да есть, есть. Есть желающие. Просто они нам не звонят. Очень срочно надо делать объявление. Восстановлю ваш родной штатный катализатор. И расписать в описании, что вместо старого элемента мы ставим новый, работает так же, выхлопы чистые, ТО пройдешь, стоит недорого, за солярис просто. 7000 рублей под ключ. Все. Все. Не дешево 7000. 7000 не дешево, пристегнись. Каталик ставим, забираем. Так. Какая ну, разница? Поставить его старый на место. Ой, это какого? Пламя гасит или его? Меняются цвета полей. Ага. Поставить ему пламя-гаситель с обманкой. Да? Либо, блядь, Виталик, давай. Пламя-гаситель с обманкой 1000 рублей. Ну, там, с копейками, да? И каталик 3100. Ну, так стоимость в цене. Тут мы за трешку за 4 удаляем, а тут 7. Вот она и компенсация твоя. Продают. За
10 продавать, да. За 10 продавать. Написать то, что это восстановленный, внутри стоит новый керамический фильтрующий элемент. Вот. Идентичен новому катализатору, устанавливаемому на заводе. Просто приезжайте к нам, мы снимаем ваш старый, устанавливаем свой новый, и вы ездите без всяких прошивок, без всяких обманок, и при этом вы проходите техосмотр. Надо грамотно объявление создать, в чем минусы. Минусов нет. Ебать, никто не делает, блядь, этого. Смотри, я не натыкался ни разу ни на что подобное. Да потому что там одни армяне делают, лишь бы стырить. Лишь бы забрать. Они лишь бы решили.